Ну, теперь поговорим. Я приехал на свое поле через 4 недели, как я его снимал. 4 недели всходов этой картошки не было. Я обещал моим почитателям, садоводам-огородники, показывать регулярно, что происходит и что такое регенеративное земледелие. Итак, как всегда, здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники. Сегодня 4 июля, полдень. Я в 20 километрах от города Боровичи на своем поле. Что здесь жужжало? Триммер. Что я делал? Скашивал межрядье. Как я садил эту картошку, я рассказывал и в своих книгах, и на сайте 7 дач. Все это можно посмотреть. И 11 лет назад я делал то же самое. Оставлял широкие междурядья. Прошло 3 недели после того, как картофель взошел, этот ряд не попал под заморозки, он цветет. Минералку я в него носил. Носил только, садил картофель 2 ряда на глубину всего 3 сантиметра и мульчировал. Перегноем я покажу в мешках, которые с осени я привозил. Об этом тоже есть видео, как я около 20-30 килограмм мешки, около 150 мешков привез, это несколько тонн. И мы 10 рядков длиной по 70 метров за 3 дня с женой и дочкой посадили картофель, работая не больше 1,5 часов. Там первые рядки попали под заморозки, они взошли, я их показывал в начале июня. На следующий день полностью все сгорело от сильных морозов. Это не попало. И там, и здесь картофель зацвел. Сегодня попытаюсь его копать. 4 июля. Нет у всех вокруг колорадский жук, здесь нет колорадского жука, нет ни малейших признаков фитофторы, нет сорняков, сорняки в междурядье, я их скосил, а здесь растет подмаренник цепкий, у него корень очень длинный, его очень немного, он немножко вступает в симбиоз грибной. Картофелю не мешает, а, возможно, даже помогает. Сегодня небольшая лекция на поле. Я думаю, меня слышно. Ветер не мешает. Комарики тоже уносят. Что я сделал? Любой скажет, вы убили сорняки. Неправильно. Я их скосил невысоко, через 2 недели они отрастут, я их снова скошу, они отрастут, я их снова скошу. Поговорим о почвенных инженерах. Мне скажут, вы скосили, бросили, они перегнойдут, дадут питание и будут неправы. Корни, здесь 20 видов сорняков, может и больше. Они будут меняться, еще какие-то новые всходить до осени. Но нет перей, нет многолетников. С ними я в основном однолетние всходят. Это срезка. Это сено. Я вчера и картофель, и междурядья им досталось для стимуляции. Посмотрите, какой фотосинтез. Ну, просто не нарадуюсь. Листик срываешь, здесь брик зашкаливает. И это все идет вот постоянно. Вот уже 4 недели, 3 недели. Фотосинтез идеальный.
несмотря на то, что первые три недели от сходов была жесточайшая засуха, а сейчас прошли каждый день небольшие дождики. Земля такая в просоре влажноватая. Итак, эта трава также опрыскана сывороткой, куда я добавлял и микроэлементы, и немножко сахаров в виде немеласы, мальтамина и в виде текаминов. Прежде всего для стимуляции фотосинтеза и для того, чтобы корень хорошо работал. На травке остались немножко сахаров, потому что сыворотка содержит 5% сахаров, плюс я добавил еще другие сахара. Завтра она подсохнет, потом покроется росой и начнет не перегнивать, а перепревать. Что произойдет? На любой сене соломе во влажных условиях, если сено солому пролить молочной сывороткой в слабом разведении, желательно еще рыбным бульоном, но это я и не делаю, у меня и достаточно, текамин заработает, и добавить или сахара, или патоки, молниеносно начнет размножаться на сене сенная палочка. Вот это главное. Она начнет по росе после дождика размножаться молниеносно. К сенной палочке пойдут инфузории, как в аквариуме. Вот инфузории, амебы, нематоды и жгутиковые, если они есть, а так как у меня в компосте все эти хищники есть, они здесь начнут размножаться. Пройдет дождик, а они пойдут корням в почву. Что будет дальше? Это черви есть не будут. Но как только там появились большое количество простейших, которые питаются той же сенной, местной, сенной палочкой и другими подобными сенной палочками, мне не важно, что здесь. Я ничего специально не добавляю. Но от этого ничего не расстанутся. Через два дня я копну, здесь на квадратном метре много-много десятков дождевых червей. Как только, это я для вас говорю секрет, вносите сено, поливаете сывороткой, поливаете меласой, и у вас пойдут простейшие. Как только простейшие появились, все черви отовсюду сюда придут, начнут размножаться. А появились черви, простейшие, это почвенные инженеры. Все они делают ходы. Все они рыхлят почву. Поэтому трехнедельная засуха, здесь влаги нет. Полить я эту картошку не могу, дождей не было. Посмотрим, вот там рядом место, где я не сыпал сыворотку, не размножал сенную палочку, не размножал инфузорий, не стимулировал фотосинтез, там все высохло, мертвая земля. А здесь шикарная картошка, которая цветет намного раньше. Азотистого перекорма здесь нет. 30 сантиметров стволик и уже цветок. И я смотрю везде столоны. Все я делал не по схеме, все делал не так, как делают агрономы, используя, подкормил там, когда фосфатами, когда нитратами, когда калием, какими-то стимуляторами. Эти схемы я не против. Я не гонюсь за урожая. При химических обработках гербицидами, пестицидами, чтобы, не дай бог, фермер увидел какую-то у меня маленькую травинку, которая, наоборот, усиливает рост картофеля. Она не закрывает от солнца. Все делал неправильно. Но урожай здесь будет до 500 центнеров в пересчете на гектар каждый год.
плуга нет, лопатой не делаю. Грядки делал плоскорезом, только одно, таскал мешки с компостом. Что-то понятно? Ну, продолжим немножко в другом месте. А сейчас что-нибудь еще на этом поле покажу. Я показал результат. Для меня важно вам показать. Без минералки, с помощью обработок по листу, стимуляции почвенных инженеров и стимуляции фотосинтеза, я спас картофель от засухи, а сейчас должны быть вредители и болезни, их нет, и до осени, без, я думаю, не понадобится, уже где-то бы что-то было. Не буду обрабатывать в этом году против колорадского жука, хотя я обработал, я же здесь опрыскал от фитофторы глиовером и баверином. Это здесь было. Оно какую-то роль тоже сыграло. Но это биологические методы защиты. Пойдем дальше. Если кто-то видел сентябрьский прошлого года мои видео, в самом начале моего начала, как я зашел в новый YouTube, я сюда привез 150 мешков. Это немножко осталось. Вот посмотрите. Они также по 30 килограмм. Посмотрите, как он перегнил. Черви уже... Нет, еще есть. Вот они, красные червячки настоящие. Основные они ушли. Вот. Ну, такому компосту, вот второй, третий, то есть их здесь еще много. Это я вношу на все мои грядки. Ему цены нет. Здесь огромное биоразнообразие, а закон природы – это увеличение. Закон природного земледелия природники не знают. Это не то, что там не полоть, в смысле мульчировать, не копать, наоборот, полоть. Закон научного регенеративного земледелия, так же, как и природного, одно и то же. Увеличение почвенного разнообразия, использование компоста. Ну, а я теперь добавляю плюс стимуляции фотосинтеза и оставляние сорняков. Вот здесь куча лежала. Ну, пошел дождик. Это на мешке. Из мешка выросло. Вот, посмотрите, что делается. Это все грибы, это все... Ризосфера – это все гранулы. Выросла на мешке метровая лебеда. И рядом все вокруг пышет здоровьем. Здесь нет азотистого перекорма. Нет каких-то дефицитов и нет болезней. Пойдем дальше. Я отошел на 5 метров от мешков с компоста. С компостом, с навозом. Это крапива выше моего роста. И злаки выше моего роста. Здесь 2 года назад, не прошлое, а позапрошлый год, лежала куча с такими же мешками. Здесь я ни молочной сыворотки, естественно, траву не сыпал, ничего не делал. А травы растут огромные и растут уже 2-й год выше моего роста. То есть терапрета сформировалась, микробный процесс сформировался. Травы поддерживают сами себя, ну, в основном крапива, лебеда, полынь. Понятно, внесение компоста
А здесь, собственно, дожди мой компост глубоко на всю глубину промыли, сформировалась затравка из полезных микробов. И много лет, правда, я не скашиваю, поэтому оно и хорошо. Мне эта крапива пусть растет, как память о том, что здесь была компостная куча. Понятно. Я отошел 20 метров от картофельного поля. Это картофель и тыква. Картофель не посаженный, он зашел как сорняк. Здесь, на этом участке, прошлое лето, также по метляйдеру рос картофель. Жена говорит, оставь, через месяц попробуем покопать. Тыкву я посадил не в первых числах, а где-то 10 мая, после остальных основных заморозков, но после этого были заморозки несколько раз. Поэтому, если ночи холодные, эту грядку с тыквой, ну, я показывал месяц назад всходы тыквы и всходы картофеля, я накрывал лутросилом. Прошло 3 недели. Плети, метр, по 3, 1, 2, 3, 4, 5 тыкв уже завязалось. Здесь 50 тыкв, урожай будет огромный. Ну, раз жена просила, поезжай, попробуй накопать картофель. Так, у меня здесь ведерко. Посмотрим. Я еще не знаю. Надо. Земля рыхлая. Лопату здесь нельзя, чтобы корни не повредить. Ой, обрывается. 1, 2, 3. А нет, в глубине вон сколько. Даже крупно. 4, 5, 6. Штук 7. Ну, пробуем еще следующий вырвать руками. Вот, я зацепил какие-то картофелины. Вон они. Вот. Да, уже приличные. И мелочи. Это 4 июля. Вместо посадок картофеля сорняки. Земля здесь глинистая, навоза мало. Ну вот. Есть крупные. Ну, штук 20. Вот они, молодые, не магазин, естественно. Вот, без всякой пленки. Ну все, жена оказалась права. Можно по картошку полоть чуть попозже. А тыква, посмотрите, какой фотосинтез. Молочная сыворотка. И ничего здесь такого, нет ни грамма химикатов, нет никаких обработок. Не только молочная сыворотка, а вот он, куриный навоз еще плохо. Нет, хорошо перепрел, просто он опилочный. Ой, как хорошо, с картошечкой. 1,5 килограмма картошки с 2 кустов 4 июня. Ничем не радость, без минералки. Вот я здесь рвал, смотрел тыкву, вот я вырвал картошку, которая выросла. Посмотрите, какие кусты и вот какие картофелины. Рядом свекла, сейчас туда пройдем. Посмотрите, какие сорняки и какая лебеда. Это
я обрабатывал стимуляторы фотосинтеза. Вот. А рядом, вот здесь, ничего не обрабатывалось. Посмотрите, какая маленькая есть лебеда. Какая маленькие сорняки. Разница, вот прям зеленая стоит. И в 50 сантиметров междурядье, которое в этом году я не обрабатывал. Дожди здесь были, здесь все рвануло. Ну, пройдемте. Сейчас я выключать не буду. Покажу вам свеклу. Вот красная свекла без полива, дождики только последние неделю. Вот лист свеклы, бесконечно рядки. Мы с женой, и всходы тоже картофеля, который цветет, который, естественно, не укрывался, попадал под заморозки. Но он попал и под молочную сыворотку. Это же ужас какой-то. Посмотрите, какой лист. Свекла в начале июня. Никогда такой не было. И что там картофель, что здесь картофель. Лист зеленый, колорадо нет. Сам себя защищает. Вот. Потом пройдем дальше, там видно капуста. А это морковочка. Междурядье я еще леской сегодня пройду. Вот морковка и укроп. Сорняки мы выпололи, укроп оставили. Он как защитник. И морковочка тоже зашла редко, засуха жесточайшая. Здесь земля была дуб, потому что сюда компоста я не клал. Положил, вот может видно остатки. Это гранулы люцерны, все хорошее ушло, вот везде. Посыпал гранулами люцерны и никакого навоза. Сыворотка, ну ничего, нормально. Заканчивается морковка, там свекла, дальше тыква, там большое картофельное поле, а здесь раз, два, три, четыре рядка капусты. 4 июня я показывал месяц назад вот такая маленькая рассада, а сейчас уже головка завязывается. Болезней нет, вредителей, может кто-то что-то съел, но посмотрите, какие листики. Вот сорнячки, вон какие листья. Сплошной фотосинтез, сплошной брикс. Ну, кажется, жируют, но они не жируют, потому что у меня завязывается уже клубень. Сейчас я опять пройду по этим рядкам, посмотрим. Это брокколи съели. Здесь в междурядьях сорняки, там жирует свекла. Сегодня очень ветреный день.
брокколи в траве. А это два рядка сортовой французской бузани. Новый сорт, я его никогда не садил. Он будет зимний. То осенние сорта, а это зимние сорта. Красная свекла маленькая. Здесь красная свекла побольше. Это последние посадки послабее. Но посмотрите, какая поздняя капуста, которая будет убираться в октябре. Ой, завтра нужно ехать. 5 дней мы здесь не были. Сорняки жируют. Ну, я думаю, говорить не надо, что здесь нет никакой нитрофоски, никакой мочевины. Много навоза, точнее компоста. Немножко лишку положил. Но капуста для 4 июня. У меня прошлые годы, когда я применял немножко минеральные подкормки с навозом, было хуже. А трава какая в междурядьях. Срочно нужно скашивать. Ну, сейчас пройду, скашу. Порадуемся за мою капусточку. Чистый. Нет вредителей. Ни блошки, ни мошки, ни улиток, ничего, ни гнилей. Такого не может быть, но оно есть. Притом эта капуста перенесла жестокую засуху после посадки. Дожди прошли всего неделю назад. Ну, сегодня ночью тоже. Еще раз здравствуйте. С поля я приехал в свой сад. Здесь то же самое. Песок, яблони, склон песчаный. Мы здесь посадили лук. Я приехал вам показать свой лук, который посажен на толстом слое компоста и листвы. Компост и листвы. Земля сухая, хоть и были дождики, но не промочила. Посадили лук, это сивок, Штутгартен Ризен. И вдруг взошла сорняки, толстый слой листвы не взошли, взошла картошка, потому что здесь была крутинка картошки. И вот она без полива выросла. Ну вот, давайте я тоже, жена говорит, будем есть картошку. Вот я, не рвется, потому что здесь мелкая. Так, попробуем подкопать. Попробуем подкопать. Вот всего какая горошина. Нет, вот что-то здесь есть. Ну и что, раз, два, три, которые можно есть с двух мелких кустиков. Так что надо было лук сохранять. А лук здесь лучше. Вот он, лучок и картошка. Нет, все-таки зря. Там получилось. Штук 30 с таких же двух кустиков на поле по тыкве, прикрытой лутросилом. Там лучше почва. А здесь песок, навоз, листва. Для лука хорош, для всходов картошки бесполезен. Ну, пройдем, теперь посмотрим мой лук. Я ради него приехал. Это такой вырос сейчас, 4 апреля. Ну, лист здоровый, посмотрите.
Никаких болезней нет, никаких вредителей нет. Тоже обработка та же, молочная сыворотка с микроэлементами, всякими бактериями. Через недельки 2-3 надо будет его копать. Это с мелкой луковицы сивка. Но все-таки я решил показать панораму этого участка. Здесь полсотки. Мы 20 лет возле яблонь высаживаем лук по луку, но вносим много компоста. А в этот раз немножко по-другому. Вот картошка убила лук. Вот лук, который из сивка после морозиков пошел в стрелку. Вот яблони, которые великолепно себя чувствуют. Ну вот. Это сивок. Некоторые луковицы. Вот, посмотрите. Уже что-то есть. Сорняков убираем. Вот так цветет случайно оброненная в навозе календула по луку. Ну, луковички появляются. Здесь заканчивается сивок. А здесь начинаются посадки. Вот ради них. Это рассада того же тургата ризен. Семена. По одному семечку. Сейчас я остановлюсь. Посмотрите, как он. Ну, чем не лук? Просто лук по луку, и вот такой он вырос, мульча из листвы. Лист перегнил, а рядом яблоня. А вот как чувствует себя американский сорт. Ранний осенний тюбл яблоня. Лист хороший, прирост небольшой. Яблоки наливаются. Очень неплохо наливаются. Везде есть. Болезней нет, ни одного. Плодожорки. Ну, неплохое завязывание, я уже показывал. Здесь чеснок зарос. Ну, посмотрите. Ну, как не радоваться. Сейчас я настрою камеру, еще раз включу. Ну, вот луковица. Что я хочу сказать? Я семена на рассаду никогда лука не выращивал, только сивок. Попробовал первый год. Посмотрим почву. Везде червяки. Почему? Потому что сверху лист, немножко каждый год компост. Здесь биоразнообразие зашкаливает, но должны накапливаться луковые болезни, луковые вредители. А их нет. Потому что я опрыскивал грибами различными, бактериями, и сенной палочкой, и триходермой, и баверином, и глиовером, но вместе с молочной сывороткой. А в молочную сыворотку разбавлял 3-4 раза, но добавлял и тикамин, и мальтамин, то есть сахара. Молочная сыворотка содержит аминокислоты, белки, содержит 5% сахара. Если сахара с аминокислотами посыпать на компост, на труху, на листву, посмотрите, она уже все, от нее ничего не осталось. Здесь масса мелких червячков, здесь амебы, здесь жгутиковые различные, нематоды, все здесь есть. Здесь все почвенные инженеры, которые создают норки. Как только я опрыскаю, что здесь засуха. Вот, посмотрите, крот вырыл из глубины.
абсолютный песок, а влага есть. 3 недели не было дождей, а лук растет. Мульча из листвы. Вот здесь интересно, почему, чем больше бактерий, грибов вы вносите, поливаете, вносите в почву, тем меньше эффект от засухи. А очень просто. Бактерии поедают друг друга, начинают приспосабливаться и строить микрогранулы. Микрогранулы – это накопители влаги. Но еще черви делают норки, нематоды делают норки, корни сорняков здесь росли, делают стволы. Каждую днем здесь было 28-30 градусов, ночью опускалось до 7. Это и в мае, и в июне. И вся влага выпадала в виде росы. И накапливалась микроб и гриб для того и существует, что он не только во влаге живет. Это закон такой. А он может, если влажность повышается до 80-90%, он влагу всасывает из воздуха. Чем больше бактерий, чем больше грибов, тем больше в песке никакая влага не накопится и из воздуха. Росы там доля процентов. А в телах микробов, в микрогранулах здесь такое биоразнообразие, столько бактерий, столько грибов разных видов, столько хищников, и все они несут влагу. Поэтому и лук вырастает 50 сантиметров. Ну, вырву, жене покажу, съедим. Вот почва, конечно, суховатая, палец ее не берет. Там поле, я картошку копал, а здесь все-таки засуха. Вот дождики последние. Я посмотрю, корень будет держать. Ну, держит. То есть, где бы мне сорняк найти? Нет сорняков. Сорняк уходит очень глубоко, на метр. Но все равно, там я проверял, достаешь лебеду, вот такой ком земли. Почему этот ком? Да и здесь вот он не рассыпается, микрогранулы. И в корне, посмотрите, какой червяк. Он идет в ризосферу. Потому что грибы, микориза, от каждого корня идут, они невидимые. Пронизывают гранулы, и на хорошей земле здесь получается все-таки плохая песчаная земля. Но за счет добавки бактерий, грибов и молочной сыворотки мне удалось вырастить такой лук. И все равно здесь миллиард бактерий, грибов просто осыпались. Я посмотрел, корень есть. Завязывается, но главное – фотосинтез. За счет фотосинтеза нет. Лук при засухе, при минералке всегда кончики будут болеть. Он весь будет побит патогенными грибами, патогенными бактериями. А здесь ничего нет. Вот в этом и радость жизни. Я доволен таким луком. То есть из семян иногда выращивать легче, чем из лука севка. 10 вечера. Мой огород. По-прежнему цветет петуния. А мои индюки, которых вы слышите на всех моих видео сада, готовы к ночевке. Они спят.
сейчас меня начнут бояться. Ой, жалко пугать. Раз. Ну, молодцы. Порадовались вместе со мной. Вечер, белая ночь. 10 вечера.